Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу вам предложить расклад на падение вертолета, который упал в Броварах. Мои сердечные соболезнования погибшим детям и взрослым. Но есть большое но. Я сняла видео 10 дней назад про администрацию Зеленского. И я там сказала, что падение, ну как бы что-то коснется администрации, что-то бахнет. Потом по поводу кражи. Там была кража. Кража есть подляна. Что-то там подменили, что-то там случилось. И вот данный расклад, который я сейчас вам разложу, мы посмотрим на картах Таро, чья вина. Пилота или же третьих лиц. Но перед этим сейчас я открою видео, которое вы прослушаете, что я сказала 10 дней или 11 дней назад. Печаль будет, боль будет. Но кража, кража есть. Теперь. Администрация Зеленского. Вот она, в этом городе. Так, администрация же Зеленского. Она в шоке. В шоке. Я еще могу сказать, администрацию же Зеленского могут бахнуть. Что-то будет. Теперь. Было. Администрация Зеленского. Мак, в этом городе все есть. Огонь, вода, земля и воздух. Вот смотрите, там было сказано, что еще там воруют. Если и воруют, смотрите, значит, там в администрации есть или в ремонтных мастерских, где вертолеты или летающие, да, вот как бы существуют, да, и там есть предатель. Предатель неизбежен, потому что просто так все не бывает. И это заказ. Сейчас мы посмотрим на картах Таро, что это. Заказ или же случайность. Есть расклад у меня, обратить внимание. И там мы посмотрим, что же покажут карты. Есть предатель, нет предатель. Ну, это такое дело, да. Карты покажут данную ситуацию, раскроют или нет. Так, приступаем. Раз, два, три, четыре. Так, теперь. Значит, получается, что вертолет упал на детский садик. Случайность это или же подстава, или подляна, да, человеческих рук деяния, или так получилось. Так, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот упал вертолет, да. Что там было? Это горе, да. Теперь, даже какая карта вышла. Что стоит за этим падением? Проблема. Обратить внимание. Ну, там люди погибли, да. И дети, может быть, да. Это горе. Так, и что же из этого? Я беру тройное таро старших арканов. Так, раз, два и четыре. Вот упал вертолет в Броварах. Кто стоит за этим падением? Или что стоит? Проблема. Обратить внимание. Неважно. Урок. И вывод. Что из этого? Так, младшие арканы в помощь. Так, вот упал вертолет. Карты Таро, расскажите.
карты Таро, подскажите, кто стоит за этим мероприятием, падением, проблема, и обратить внимание, вот эти три карты, что скажут. Неважно, там мало ли что произошло, урок и вывод. И что же будет? Совет мистера Фримана под рукой. Так, вот упал вертолет, вот падение. А тут, смотрите, это интуиция и отшельник перевернутый, да? Это с ног на голову, видимо, он пикетировал и упал, да? Теперь смотрите, это очень грязная, слепая ситуация, где есть интуитивная тонкая материя, это, видите, лед и глубокий лед, да, есть где-то проблески, что-то там неясно, да, это глубина, это глубокая боль или глубокое падение, ну, своего рода пикетирование. Теперь, кто стоял за падением вертолета? Смерть, святой Израиль. Ну, вот он тут как тут. Это косильщик. Данный косильщик, смотрите, какие карты уже. Данный косильщик вел ситуацию игры. Ну, видимо, он хотел спасти ситуацию. И данный проект, данная поездка или данный полет был согласован какими-то лицами. Ну, сказали, летите, да, там что-то у вас и получится, да. Значит, есть маневр какой-то. И им сказали лететь, да, пилоту. И людям, которые были в этом вертолете. Теперь какая могла бы быть проблема? Проблема заключалась в том, что многочисленное количество людей ушло. Ну, ушли люди, да, многочисленно, много, да. Это как вот вам, ну, я, конечно, кощунственно сейчас скажу, это вот вам дали, это как подарок, да, вот возьмите такую ситуацию в руки, да. Так, теперь смотрите дальше. Обратить внимание. Колесо. Это вертушка. И вертушка, которая закрутилась, это мотор. Смотрите, это там внутренний мотор, когда он упал. Там шестеренки, ну вот будем так говорить, шестеренки, которые сработали, и не дали ходу, тяжелый ход. Это получается, сейчас я как на пальцах, да, как бы кто-то на котах, а я на пальцах. Теперь смотрите, вот это движение, где есть очень опасная ситуация игры. Игра очень опасная. И опасная ситуация, в тяжелом случае рухнула, и зацепка. Это какая-то шестеренка соскочила, и вертолет упал. Я вот так могу сказать. Это работа проплаченная. Это связано с деньгами, неким лицом, который совершил этот поступок. Потом есть же вот слово скажу, да, Аллах Акбар, да, вот есть смертники, да, своего рода. Это может быть как и смертник какой-то совершил этот полет. Ну, вот так можно сказать. И при падении, это вода и вода, да, может туман, да, тяжелый полет оказался ушедшие люди, где ушли в тот мир, да?
Так, теперь неважно, что может быть неважно. Неважно, что это машина, ну, этот летающий аппарат. Совершен предателем. Вот он, опасный игрок. Это предатель. Неважно, что этот человек свой в доску обманным путем совершил этот поступок. Ну, вот это подляна. И видите, тут похищение, тут как бы что-то предатель, он всегда манипулирует. И в этих картах, получается, есть момент бесовщины. Это бесовщина, ну, можно так сказать. Урок. Да, 21 аркан. И вывод. В общем, это умышленное предприятие привело к слезам и бедность. Да, бедные, несчастные люди пострадали. И кто-то вышел сухим из воды. Это красавчик. Кто-то вышел сухой из воды. Я хочу сказать, что это создано искусственно. Это подстава, это дело рук игрока, предателя, где этот человек совершил этот поступок. Может, он неосознанно, но то, что там шестеренку что-то подкрутили, и дело вышло наружу, и кто-то остался сухим. Без воды. И этот человек где-то там в этой борьбе будет стараться быть незамеченным. Вот так вот. Я поняла по картам, что это организация, это мафия, организация. Вот 18-й аркан и 18-й аркан. Это дело рук противоположной стороны. Но я не буду говорить, сами догадайтесь. Вот так вот. Так что тот, кто это сделал, теперь летчик, он, получается, как бы старался, да, но тут и проблема игрока с деньгами. Кто-то принял дар, да, ну, можно так сказать, и где он должен вот эту тему осуществить. Предатель. Теперь летчик, ну, человек, который был за рулем, да, ну, как летчик, да, наверное, говорят. Это он, это его работа, да, вот так вот. Это он участник вот этого предательства, Господи, прости. Нет. Тут произошла дерзкая милость каким-то человеком. Это все-таки подстава. Это противоположная сторона. И дерзкий поступок этого человека в ремонтных мастерских было осуществлено обнищание. Да? Тут нищета, бедность. Забрали какую-то шестеренку, например. Скоростную шестеренку. Ну, это вот я хочу сказать. Это подстава. Так что вот так вот. И этот вертолет упал. Так, раз, два, три, четыре. Летчик виноват? Нет, он чистый. Это чистота. Так, кто этот такой? Ну, тут, видите, человек при должности, который дерзко скоростную деталь дешевую вещь поставила, да, ну тут дешевка, да, за деньги дешевый поступок совершить по скорости, или же старую модель, новую модель на старую поменять, ну что-то в этом роде, да, и концы в воду и жертвы. Так, мистер Фриман.
Скажите, пожалуйста, что вы скажете по поводу падения вертолета? Это случайность? Ну, случайное падение. Это случайное падение. Молодость, красота. Я боюсь увядания, слабости. Я – это мое тело. Хочу быть всегда молодым. Значит так. Молодость, да? И получается красота. Я боюсь увядания. Значит, это человек молодой был, водитель, да, или летчик, я так поняла. Он, это страх, боюсь, да. Ну, молодым, есть выражение, умру молодым, да, хочу умереть молодым, не хочу. Ну, как бы так получилось. Так, теперь вертолет упал. Просто так получилось. Белая карта, вот она. Видите, белая карта. Карта, получается, дублируется. Так, случайность, да? Случайное падение. Слабость, безволие. У меня нет сил на бессилие перед тем, что со мной случилось. Я слабак. Ну вот, слабак. Я слабак. Но выйти из воды, это вода, время, выйти сухим. Это безволие, да, значит, человек безвольно совершил данный поступок. А если сила воли, хочу быть сильнее, я все могу, я не могу быть слабым. Тут получается все-таки слабомалодушие. Кто-то проявил малодушие. Найдут преступника. И вот в этом видео, которое я вот администрация Зеленского, я в комментариях поставлю это видео, застал это самое. В комментариях, да, ссылку дам, да, извините. И там, если прослушать, то получается вот этот вот кража, да, кража чего-то произошла, да, и вот этот инцидент вышел наружу. И будут искать человека, и его найдут. Найдут, потому что тут получается очень мутная история. Найдут предателя. Фригидность. Не испытываю удовольствия из-за предательства. Недоволен своим партнером. Ну, тут их, видите, несколько человек. Двое-трое. Ну, предатели есть. Так что вот так. Фригидность. Это значит малохольная, опять-таки. Человек такой вот моложавый, и пофиг ему сюда. В общем, вот такая история произошла. Мои соболезнования сердечные. И в Днепре погибли люди, многоэтажки, тоже мои соболезнования. Еще вот такие карты. В общем, это враг России, это его работа, мистер Фримен, скажите. Это работа врага Украины. Я боюсь смерти, цепляюсь за жизнь. Боюсь даже думать, что близкие умрут. Боюсь рисковать. Ну, можно так сказать. Враг, да, России. Он боится смерти. Тот, кто боится умереть. Ну, у него столы длинные, он все время где-то на расстоянии. И, в общем, вот этот враг, который боится смерти, при этом желая Украине вот эту 13-й аркан, смерть, да, получается. Вот враг Украины. Вертолет по его распоряжению упал. Ну, это его рук дело. Заказ, да. Киллер, да, заказ. Действие счета. Хочу действовать, но не знаю, с чего начать. Значит, были действия. Распыляясь на кучу дел. Значит, и надо и то сделать, и это. Приходится бездействовать.
и думать, как это сделать. Расплата, следствие. Не хочу отвечать ни за что. Меня наказываю за боюсь расплаты. В общем, получается, вот этот человек, красавчик, старается, будет стараться выйти сухим из воды. Ну все. Пишите комментарии. Печальная история произошла в Броварах. Печальная история в Украине произошла в городе Днепре. Царство небесное всем погибшим на территории Украины украинцам. Царство небесное. Спасибо. Всего доброго. Ну, минута молчания, да.